Вон там. Вадим Евгеньевич, вы не получили свои стихи. Вадим Евгеньевич, вы не получили свои стихи. А кто же снимать будет? Работаем до последнего клиента, да? Молодец, а батька решила в туалет сходить. Нет, тут все чисто. Тут клещи. А удобряют-то чем? Навозом, перегноем? Да, на перегноем. Девочка, в еде не прикасаетесь, поняли больше? Нет, сейчас будет фотография, смотрим. Готово. Давай еще, надо сфотографировать аппарат. Фотосессия на траве. Готово. Давайте. Тут собачки повесили. Тут можно только сидеть, тут ходить нельзя. Да. Можно стоять. Бежать только. Нормально. Все, давай там клещи. Вадим Евгеньевич, давай мы помашем. Давайте мы вам помашем. Привет. Можете еще что-нибудь пожелать оставшимся? Оставшимся где? В школе. Да ладно, ничего не говорите. Будьте как мы, будьте у нас. Как-нибудь. Пойдем вон на том газоне, красивый. Действительно, он очень отличается. Там есть этот цвет. Да. Стоп. Шесть. Сквиш. А-а. Цицеро. Липшиц. Чпок. Шесть. Сквиш. А-а. Я пришла домой, мне так хотелось, чтобы меня утешили. А Берни лежал на диване, пил пиво и жевал. Нет, не жевал. Чпокал. Тогда я сказала ему, еще раз я чпокнул свою жвачку. Он расслышал. Я сделала два предупредительных выстрела, ну прямо ему в башку. Он сам нарвался, он сам нарвался. И в этом нашей нет вины. Да будь вы сами на нашем месте, вы поступили бы так, как мы. Я встретился с Евгением Янгом из Солт-Лейк-Сити 2 года назад. И он сказал мне, что он хост. У нас быстро родился роман, и мы начали жить вместе. Он работал, приходил домой, я готовила коктейли, подавала ужин. А потом я узнала, он был не просто женат, о нет, у него было 6 жён. Он был из Мормона, кстати. Однажды он вернулся после, и я сделал коктейль, как обычно. Оказывается, некоторые парни не переносят мужья. На ужин. Занимаюсь своим делом. Тут врывается мой муж Уилборг в припадке ревности. У тебя роман с мамашкой. На нашем месте вы поступили бы так, как мы. I love you very much. It was the man of my
engines. But one woodpecker found him dead in our lead. The police arrested him. They thought I am guilty. Моя сестра Вероника, я уступали паре, мы молчали и ездил с нами на гастроли. В последнем номере мы делали 20 акробатических трюков подряд. Раз, два, три, четыре, пять, сальто, шпагаты, кульбиты, кувырок, пошла раздобыть еще. Я вернулась, открыла дверь и увидела, что Вероника и Чарли исполняют 17 трюков. Шпагаты была, боже, для меня это было как шок. Они сорвались, они сорвались! Я не хотела их убить, но даже если я их убила, то мог меня в этом обвинить. Он сам нарвался, он сам нарвался, и в этом нашей нет вины. Забудь мы сами на нашей песне, и покуда находил Руби, Клэдис, Розмари, Эвелин и Джона. Ну а расстались мы из-за художественных разногласий. Он видел для себя жизнь, а я видела его смерть. Ты увидела его смерть? Я знаю, как это видела. Мы все это видели. Выступление 11 А-класса мы посвящаем всем вам здесь присутствующим, нашим учителям, нашим одноклассникам, нашим родителям. И сейчас под звуки этой замечательной музыки мы хотели бы, чтобы вы вспомнили все хорошее, то, что было связано с нашей школой. Все самые грустные моменты постараемся забыть. Вот. Военкомат 2 года подряд каждое утро. Ученики нашего класса настолько сильные, что сдают все зачеты по физкультуре в последний урок триместра. В нашем классе успеваемость напрямую зависит от расстояния до Коренева. В общем, как-то так хотели начать наше выступление.
Давайте представим, сейчас суббота, вечер, а мы с вами находимся в каком-то лесу, вокруг какие-то ели, белки. А в это время идут всякие разные интересные передачи. И давайте лучше их посмотрим сейчас. Минута славы. Здравствуйте, дамы и господа. В эфире ваше любимое шоу «Минута славы». И на сцене наш неподражаемый, всеми любимый Михаил. Встречаем его! Здравствуйте, я Михаил, шахтер из города Донецк. На свободное дорогое время я занимаюсь цирковым искусством. Сегодня я хочу вам показать кое-что из того, что я умею. Итак, для первого номера мне нужна моя очаровательная ассистентка Юлия. Юлия, прошу вас вынести сюда табурет. Юлия вынесла мне табурет с фигушками. И сейчас я буду жонглировать фигушками. Внимание! Дрессированный попугай Василий. Внимание! Попугай Василий! Василий, покажи мне собачку! Собачку! Уа-уа! Василий, покажи мне сову, Василий! Василий, сделай по кайфу! И сегодня мы находимся в селе Веселое. У них сегодня замечательный праздник, день тракториста. И буквально у меня вырывает микрофон местный механизатор Андрей, и он хочет исполнить вам песню собственного сочинения. Снова посадили, за что не знаю, но начальнику виднее. А девушки всегда пирог сегодня приносили, но я не знал и кушал вместе с ней. Такая вот веселая песня, никто не понял. А следующую эстафету я передаю местному фельдшеру Маркелу. Итак, я исполню песню про Юру Шатунова. Увезу тебя я в тундру, увезу к седым лесам. Привяжу тебя к сосне и слушай свои песни сам. Девочку пригласить? Да-да-да, проходите. Ну а мы передаем микрофон вам, дорогие выпускники. Мы узнали их характер и привычки. Конечно, не обошлось без ссоры и обид. Но мы можем сказать одно. За эти 10 лет мы стали одной большой семьей. Мы решили провести параллели между нашими учителями и всем известными персонажами. Баланчук Ольга Васильевна, вы встретили нас еще совсем маленькими на пороге школы, а теперь вы нас провожаете. Все 10 лет мы были под вашим крылом. Спасибо вам за вашу заботу, за то, что вы всегда были с нами. Ну а теперь без комментариев. Я
Юре несколько строк про нее. Галина Григорьевна ассоциируется у нас с улыбкой. Она такая же забавная и жизнерадостная, как этот кот. Она одна из немногих учителей, которая провела нас с 1 по 5 по 11 класс. С 5 по 11 класс. И, конечно, хочу сказать спасибо ей за ее терпение, труд и за все, все, все. Зазенкова Светлана Сергеевна. Светлана Сергеевна очень веселая, оптимистичная, лучезарная и любимая. Как этот петлячок несет шарик, так и вы несете радость в нашу большую школу. Светлана Николаевна, нам известно, что вчера вы защищали дипломную работу. Поздравляем вас, и теперь вы состоявшийся студент. Но нам это только предстоит, и хотелось бы попросить у вас прощения за все. Простите нас, пожалуйста. А ваши уроки профориентации доставили нас на верный путь. Григорьева Татьяна Александровна. Татьяна Александровна, мы выросли под вашим присмотром. Вы видели все наши победы и поражения и принимали участие в решении наших проблем. Мы вам очень благодарны за это. Платинова Ирина Евгеньевна. Ваши советы и наставления не пройдут даром. Спасибо вам за это.
Павловская Зинаида Николаевна. Для нас было большой неожиданностью, что вы поедете в лагерь. Приятной неожиданностью, большой приятной. Ой, удачливая! Вы любимые! Чавеллы? Все девчонки ждет удача! Женихи? Женихи? Женихов хороших в придачу! И не надо здесь гадания! Все исполнится желание! У всех девчонок исполнится желание! Главное, загадывайте побольше! Обязательно сбудется! Кому гадать? Мальчишкам будем! Ой, нашла красивого! Ой, красивого нашла, давай погадаем. Красивый! Ой, счастливый! Вижу, все олигархами станут. Трудиться будут не устал. Они хорошие будут. Правду всю здесь изложу. Ой, вижу, ждет разлука с выпускниками. Вижу, пусть тоска гнетет. Еще хочу сказать. Таких выпускников вам больше не видать. Потому что поспешите отвечать. Оценку на экзамене какую вам поставите? 5! Ура! Ой, нам аплодировать охота. Цыгане, совершайте круг почета. Экспериментальная, учительская, поисковая группа строгого режима с оценочно-ременным управлением в ситуации безнадежно-экстремальных. Внимание! Педагоги, раз, два! Три, четыре! Раз, два! Кто шагает дружно в ряд? Кто учительский отряд? Кто шагает дружно в ногу? Расступись, давай дорогу! Мы заводы! Как отдохнуть, поесть охота. Работать, девочки, работать. Нам лишь работу подавай. А хлеб? Не надо. А что на завтрак там у нас? Олимпиада. И конференция в обед. Это не шутка. Ну а на ужин? Ужин вреден для желудка. Больно, больно, больно. Кто на лавочке сидел, кто на улицу глядел, Славы нет, раз промолчал, а Андрей ногой качал. Где-то было вечером, делать было нечего. Как в любой книге, у нас есть лирическое отступление. Когда-то, давным-давно, мы, учителя, тоже были маленькими, как вы. И сегодня расскажем всем, какими же мы были. Вот, например, маленькая Люда. Когда ее укладывали спать, тайком под одеялом читала интересные книги. Но однажды ей попалась слишком интересная книга и слишком неудобное одеяло. И тогда она решила из-под него вылезти и читать интересные книги вместе с детьми на уроках. Часто поощряли за особые заслуги. Маленькая Светочка в детстве очень любила считать.
и ей разрешали считать до 10. Она подросла, и ей разрешили считать не до 10, а до половины 11. Так она и стала учителем математики, и теперь она считает до 3 утра. Когда учителя были маленькими, они уже в детстве сумели проявить свои таланты. Например, Танюшка, Ирочка, Леночка, Людочка, Ниночка и Вадик выучили английский и немецкий языки раньше, чем русский. Первым иностранным словам их научили мальчишки во дворе. И только гораздо позже они узнали, что эти слова были не английскими и не немецкими. Когда учителя были маленькими, они были очень и очень любопытными. Вот, например, маленькая Галя, вооружившись колечком, ходила в песочнице. Возле подъезда.
великая воля шла направо, направо, направо. Поэтому она и стала учителем права. Когда учителя были маленькими, они отличались ответственностью и принципиальностью. Например, маленькие Людочка, Танюша и Леночка любили в детстве проверять журналы. Сначала они проверяли только журналы «Мурзилка» и «Веселые картинки». А когда подросли, им стали доверять другие журналы. Конечно, да, когда-то все мы были маленькими, а теперь разными были учителя в человеческом общежитии. Но на них держалась наша земля, наше открытие. Они не требовали от нас непременной известности, но предпочитали иметь запас порядочности и честности. Когда поймешь, что в личной судьбе не все теоремы решаются, школьные учителя тебе такими родными покажутся. Выросли, школьные тополя, и мы живем, не теряемся. Теперь уже сами учителя, как умеем, стараемся. Да, педагоги в наше время могучее, лихое племя, умны, как знатоки. Не сахар им досталась доля, зарплата смех, одна лишь воля. Не будь на вас надежды боли, ушли бы в бурлаки. Может быть, все-таки в артисты? Ну так что ж, есть Евровидение, а у нас будет школа видения. Выступление нас, классных руководителей. Мы и за маму, мы и за папу. За деток своих, по чудовищу лапы. Что за дети нынче брал на них, какой на них убрал? Мы свое здоровье тратим. А на это наплевать им? Такие-сякие оставили всех нас. Такие-сякие зажили всех о нас. Что за дети нынче права, никакой на них убрал. Им бы танцы до рассвета, а до школы дела нет им. Такие-сякие оставили всех нас, такие-сякие забыли всех нас. Ты Николаевна. Вы знаете, после Финчера и тракториста забили даже учителя физики. Нам не стыдно при этом истории. Какая сила электротока? Вычислить ускорение тела и учитать лунные приближения. Какие мысли, какие задачи, и свету эху, и звуком есть место, движение импульсов, странная смесь. Мы понимаем, что мир интересен. Все, что тебя касается, все, что меня касается, физикой называется. Ну а теперь перед вами директор и наши зауч. После балета я не знаю. А у нас такой потанцов. Алло, какие вести? Как я вас приветствую? Ну,
наш директор. Все хорошо, все хорошо. Алло, алло, дурные вести, а страха сердце мне свело. Скажите мне, любимый зауч, как это все произошло? Все хорошо, прекрасный наш директор. Все хорошо, как никогда. Ни одного печального сюрприза, за исключением пустяка. Сгорела лампочка в фойе, заполыхала все в огне, сгорела школа и забор, огнем опачечку не было, а остальное прекрасный наш директор. Все хорошо, все хорошо, только пожелать большой-большой удачи. У вас на носу поступление и карьера, и деньги горой, сумасшедшее в жизни везение, и любовь до доски громовой, предсознание чудес невозможных и другой подходящий товар. Мы фортуну на карты разложим, за весьма небольшой гонорар. Ну что сказать, ну что сказать. Приготовили вам и праздничную клятву, и, конечно, пятачки на удачу, чтобы всем на пятерке сдать экзамены. Большой-большой круг создадим. Все племя 47-й гимназии, большой-большой круг, чтобы каждому пятачок достался и чтобы все клятву произнесли. Круг не получается, пусть овал будет овал, будет овал. Хорошо. Экзамены только на пятерке, не иначе. Пятачки, поэтому расступайтесь, ребята, пропускайте. Мам, а мама с радостью подарит вам эти пятачки. Пятачки, ребята, потому что пятак всегда вот раньше его клали под пятку, когда шли на какое-то очень важное дело. Потому что есть. Поэтому вы знаете, что когда вы пойдете на экзамен, только вот этот пятак присутствует. То есть пятак вот издревле. Он считался, вот это именно этот пятак, он считался символом удачи. Поэтому все сегодня вот на удачу вам успех. Ольга Васильевна, народ хочет сфотографироваться. Те, кто с пятачками, уже бегом фотосессии. Может, обязательно повезло каждому. Найдите плечо. Надежное плечо друга справа и слева. Покажите всем так музыки. Дорогие друзья, через 10-15 минут мы продолжим праздничную программу, пока есть возможность потанцевать, пообщаться. Проветриться и снова вернуться сюда, в праздничную
фигуры, которые у нас получились, и оценить по-настоящему великанские вот такие вот фигуры. Итак, фигура первая. Ваши аплодисменты! Должны звучать аплодисменты, потому что именно сейчас мы будем выбирать, кто, по вашему мнению, приобрел наиболее внушительную фигуру. Итак, фигура первая. Фигура вторая. Фигура третья. Все равно все должно быть по-честному. Победила дружба. Ребята, вот такие автомобили вам на память, чтобы к успеху мчались прямо на всех колесах. А вы прям шариками снимаете. Если мама есть, подойдите рядышком, постойте со своими великанами. Собирать по-настоящему прекрасных танцовщиц. Поэтому сейчас ваша задача обижать вот эту половинку зала и собрать как можно больше девчонок, которые вас поддержат в этом прекрасном восточном танце. Ну а вы, дорогие наши, поддержите своего представителя. Итак, музыка звучит, девчонки, присоединяются, чтобы большой-большой вот такой вот составчик получился. Удачи и везения. Итак, все готовы? Внимание! Начинаем путешествие по залу! Итак, ваша прекрасная танцевальная группа танцует танец живота!